Привет! Бежим на Вуню. Можешь не показывать, куда там ничего не видно. Туда. Вот. А что там? Там fire. Firefighter. Stand. Мне обещали яблоки. Яблоки. Яблоки, что? Горы. Яблочные просторы. Горы сегодня. Да, что-то такое. Ну хорошо. Да. До встречи. Зверское начало тропы. Алиса утирает сопли. Может, посидишь, Алисочка? Нет. Не время сидеть. Не время. Время бежать. Туда? Нет. Может, понаблюдать, Алиса бежит. На фоне настоящих кипрских чего-то там. Что это? Да. Так это выглядит. Ох, не знаю. Нехилый подъем начать. Вспыхать стянули. Ничего. 50 метров на 1,8. Ой, 50 метров на 1,8. Слышно? Жуть. Но зато вид какой сразу. Чумовой. Открылся. Fire Outpost, может быть, тот, про который я здесь рассказываю. А может быть и нет. Я бы так вам пожил немного. Как вам? Красивый, да? Ну, в общем, ветерок прохладный. Освежается. Да. Какой вид. Что, Алиса даже остановилась фотку сделать. Привет! Привет, Алиса! Я не поверил. Там где финишная спуска. Финиш. Да, надо здесь охотиться. Бегают. И сажают виноград. Или яблоки. Или мир. Что-то одного из них.
Вот отсюда мы начинали. Сейчас Алиса. Вставай с отцами. В смысле, это не отцы. Твой первый покоритель. Молодец.